17 февраля нагайскому детскому поэту Аскербию Суюновичу Кирееву исполнилось бы 80. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный поэт Карачаево-Черкесской Республики. С его именем тесно связано становление и развитие нагайской детской поэзии. Этот поэт, можно сказать, единственный из писателей и поэтов Карачаево-Черкесии, чье творчество было посвящено исключительно детям. Поэтому сегодня мы пригласили и детских поэтов, и писателей нашей республики, и детей, которые почитают его стихи. У Аскербия Киреева более 15 сборников поэзии и прозы. Его стихи и рассказы постоянно публиковались в газете «Нагайдавысы». Он был основателем и первым редактором детского художественно-литературного журнала «Мамитыки». Те, кто был знаком с Аскербием Киреевым, говорят, что особенно хорошо у него получались именно детские стихи. Недаром поэт был еще и педагогом. Он знал хорошо психологию детей. Он знал их речь, их интересы, их увлечения, какие недостатки есть, какие достоинства у этих детей есть. И вот он решил всю свою поэзию, дальнейшую поэтическую жизнь посвятить детям. В литературу Аскербий Суюнович пришел после войны, в 50-е. Тогда он работал в газете «Ленинский путь», где и публиковались его первые творения. В 60-х он был уже состоявшимся писателем. А в 64-м вышла его первая книга «Слово сердца» на нагайском языке, после чего он вплотную занялся детским творчеством. Аскербий Суюнович был не только литератором, но и талантливым журналистом. Благодаря его любви к родному языку, его неутомимому стремлению привить любовь к подрастающему поколению, у нас на сегодня есть замечательный журнал для детей на нагайском языке «Мамитыкей». Стихи Киреева были переведены не только на языки народов Карачаево-Черкесии, но и дальнего и ближнего зарубежья. Некоторые из них звучали на вечере, посвященном памяти поэтам. Анета Дышекова, Мурат Койчев, Архыз 24.